Долгое время в России утверждали, что западные санкции не нанесут большого ущерба экономике страны. Да и западные лидеры говорили, что не хотят нестабильности в России. Многие даже считали принятые штрафные меры малоэффективными. Но после ввода санкций российская экономика столкнулась с серьезнейшими трудностями. Санкции причинили больше ущерба, чем ожидалось. Они вводились против конкретных банков и людей, но привели к тому, что во всей России инвестиционный климат ухудшился. Финансовый капитал уходит из страны, россияне избавляются от рублей. Все это спровоцировало панику, которая привела к ухудшению экономической ситуации в стране. Однако экономическая ситуация в России ухудшилась не только и даже не столько из-за штрафных мер. Негативно на российскую экономику влияет и падающая с каждым днем цена на нефть, а также резко обесценивающийся рубль. Брюссель готов отменить санкции, но для этого Кремль должен выполнить главные условия, считают политики в Берлине. Предпосылкой должна стать общая позиция по ситуации в Восточной Европе. Речь идет о политике безопасности, о помощи Украине, о прекращении поддержки России действий сепаратистов. Если по всем этим вопросам будет найдено взаимопонимание, то, думаю, санкции быстро отменят. Такого же мнения придерживаются и немецкие эксперты. О смягчении или даже отмене санкций в нынешней ситуации, пока Кремль не изменит свою позицию по Украине, никто не говорит. Россия не развалится. Экономическая ситуация будет ухудшаться, российская экономика ослаблена. Но санкций недостаточно для того, чтобы экономика рухнула. Поэтому пока нет причин смягчать санкции. По крайней мере, пока российское руководство не готово обсуждать ситуацию на востоке Украины. А пока страны Евросоюза не исключают даже дальнейшего ужесточения санкций.